Доброе утро! Я Кристина, эксперт по здоровью полости рта. Сегодня обсудим мифы о правильном уходе за зубами. Зубы требуют ежедневного внимания и тщательного ухода. Гигиена всей полости рта – вот залог настоящего ЗОЖа. Однако насчет того, как ухаживать за зубами правильно, существует немало мифов. С ними и будем разбираться. Миф номер один. Чем чаще чистим зубы, тем лучше. Неправда. Зубы нужно чистить 2 раза в день – утром и вечером. Исключение – личная рекомендация врача-стоматолога. Слишком частая чистка зубов не прибавит им здоровья. Наоборот, полировка зубной щеткой может повредить верхний слой эмали. Не стоит отводить на процедуру слишком много времени. Так появляется опасность повредить десны и эмаль. Чистим зубы аккуратно, но эффективно. Миф номер 2. Жвачка заменит чистку зубов. Жвачка действительно очищает зубы, но это лишь дополнительное к основному уходу, которое, конечно, не заменит полноценную процедуру. Жвачка помогает поддержать гигиену. В случае, если нет возможности почистить зубы традиционным способом. К тому же, тут важно, когда вы ее жуете и сколько времени это делаете. Если жвачка не содержит сахара, и вы жуете ее 2-3 минуты после еды, то да, это скорее полезно. Она частично очистит зубы и будет способствовать пищеварению. Правильный уход за полостью рта поможет избежать многих недугов, связанных с деснами, желудком и даже лимфоузлами. Так что зубы надо чистить, только не перестарайтесь.